Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hard10Info. Сегодня я вам покажу, как настроить Realme C17 добавить отпечаток пальца. Чтобы на данном устройстве добавить отпечаток пальца, нам будет нужно перейти в настройки, после чего в настройках уже перейти в пароли биометрические данные. Переходим в пароль биометрические данные и видим здесь добавить отпечаток пальца. Добавить отпечаток пальца, продолжить. Если у нас нет пароля, нас попросят создать какой-то пароль. Вводим, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Использовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Использовать. Так. Что с ним? Есть, супер. И отпечаток пальца у нас находится снизу, поэтому придется мне поднять телефон. Вот он здесь находится. И просто уже нажимаем на него, пока полностью не запишется, как бы, наш отпечаток пальца, и мы не сможем его заблокировать. Вот, есть, продолжить. Так, теперь нужно крайние такие уголочки пальца записать. Записываем, супер, есть. Теперь можно спокойно заблокировать телефон и заблокировать его пальцем. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.